Всем привет, друзья! Сегодня приготовим фаршированные окорочка, и для этого в первую очередь снимаем аккуратно кожицу с окорочков. Вот эта косточка должна остаться, она будет основой. Отделяем мясо от кости и перекручиваем через мясорубку, либо измельчаем в блендере, как вам удобно. Далее обжариваем на сливочном и затопленном масле овощи, это лук, перец и морковь. Отвариваем до полуготовности рис и все это теперь соединяем с фаршем. Берем нужное количество и начиняем эту кожицу, и получится у нас вот такой вот окорочок фаршированный. Смазываем соусом и отправляем в духовку до готовности. Это очень вкусно, это очень необычно, нежно, сочно. Обязательно это попробуйте приготовить как на ужин, так и на любой праздничный стол. Приятного вам аппетита!